Привет, друзья! Сегодня в рубрике «Полезные советы» мы поговорим о бицепсах. Конкретно не о упражнениях, вы все их знаете и любите, а о мелких нюансах, которые мешают вам развиваться, прогрессировать, расти в массе, в силе. О чем сегодня хочу поговорить. Все вы видите, что многие делают подъемы гантели на бицепс. Поочередно, сгибая руки. Либо вместе. Так вот, сегодняшний совет как раз об этом. Если вы натуральный атлет, делать поочередные сгибания, что стоя, что сидя, для вас совершенно бесполезно. Почему? Потому что уходит нагрузка с работающей руки. Натуралы должны делать это упражнение только одновременно, что сидя, что стоя. Либо сделать заданное количество повторов для одной руки, только потом переходить для другой руки. Ни в коем случае не делайте это упражнение поочередно. Если вы тренируетесь натурально. Обратите на это особое внимание, попробуйте, отпишитесь в комментариях, когда попробуете. Я вам гарантирую, что с первой же тренировки вы почувствуете разницу. То же правило, ребята, действует и для сгибаний гантелей молотом, хаммер, как многие называют. Очень важно делать либо одновременно, либо сделать заданное количество повторов для одной руки и только потом переходить для другой. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym, специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!